В условиях осенне-зимнего пожароопасного периода печное отопление становится не только источником комфорта и тепла, но и одной из самых распространенных причин пожаров в домах артемовцев. Так, за 9 месяцев 2021 года на территории Артемовского городского округа зарегистрировано 304 пожара, что больше на треть аналогичного прошлогоднего периода. При пожарах в 2021 году погибло 3 человека, и трое, из них один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. По статистике, 14,8%. 7% или 45 пожаров от общего количества пожаров произошло в жилом секторе. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рижевского городского округа и Артемовского городского округа Александр Костицын обратился к жителям Артемовского городского округа, проживающим в частном секторе. Как правило, печной пожар возникает ночью. Оставленные без присмотра печи продолжают топиться, в слабых местах образуются прогары, что и служит причиной возгорания. Обнаруживаются такие пожары с большим опозданием, когда огонь набирает силу и становится очевидным. Во избежание пожаров от печного отопления Государственный пожарный надзор призывает жителей Артемовского городского округа не забывать о правилах пожарной безопасности при топке печи. Сотрудники МЧС, которые ежедневно сталкиваются с последствиями возгораний в частных домах, призывают артемовцев тщательно следить за печами и дымоходами, своевременно их чистить и ремонтировать, белить и заделывать трещины на печи сразу, как только они появляются. А ремонт и кладку печей необходимо доверять только лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение таких работ. Не забывайте о чрезвычайной опасности оставлять печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи. Нельзя применять для розжига печи горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Перед топкой необходимо разместить металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Ни в коем случае нельзя сушить на печи одежду и растапливать печь дровами, по длине не вмещающимся в топку. В случае возгорания незамедлительно звоните 101 или 112.